Каждый год Дед Мороз пробуждается, чтобы порадовать людей, но в этот раз что-то пошло не так. Снегурочка, кофе дедушке принеси. Ой, как так-то? Чуть Новый год не проспал. 3, 4, 5. Что же я могу купить на 5000 рублей? Ну тут только Эльдорадо поможет. О, как раз скидки. Пойду накуплю подарочков. И вот, забрав подарки в магазине, Дед Мороз пошел радовать людей. Дедушка, можно вас на пару минут? На пару минуточек буквально. Я знаю, что многие в Новом году мечтают о современных смартфонах. И я нашел Galaxy. Это утюг Galaxy. Вот, держите, это вам подарок. С Новым годом вас. Как вы думаете, сколько он стоит? Куда ж тебе? Я не знаю. А можно мне ПГ-5? Что? ПГ-5. Хорошо, обязательно будет, но в новом году. С Новым годом! А ты играешь в компьютерные игры? Играю. Играешь? Тогда у меня для тебя есть подарок. Держи. Ого. Как ты думаешь, сколько они стоят? Не знаю даже. Ха-ха-ха! С Новым годом! Сильно дорого, наверное. Спасибо. Молодой человек, а вам нравится, как вокруг красиво? Да, конечно. Конечно? Смотрите сами. Ну, мне тоже нравится. А вот чтобы вам и вашему подрастающему ребенку еще больше нравилось, я дарю вам один подарок. Ого. Да. Это очки виртуальной реальности. Так, давайте передадим кому-нибудь. Ему дайте. Ему? Держи, Ян, держи. Малыш, бери. Как вы думаете? Сколько они стоят? Сколько стоит? 1 рубль. Хо-хо-хо, с Новым годом! А ты хорошо слушался? Начальников? Ну и взрослых. Естественно. А много сериалов ты посмотрел за грядущий год? Ну, самый прикольный стал, естественно, «Полицейский с Рублевки». Пересматривал «Доктора Хауса», потому что там, ну, классно. Я постоянно понял, много сериалов. Много. Значит... Чтобы ты в новом году смотрел еще больше и слушался начальников, я дарю тебе вот такие колонки. Вау, крутяк! С Новым годом! Как ты думаешь, спасибо, сколько они стоят? Рубль. Как тебя зовут? Женя. Женя. А ты слушаешься взрослых? Да. А музыку слушаешь? Да. Тогда для тебя у меня есть подарок. Подожди. Вот, чтобы ты слушал музыку, тебе колонки. Спасибо. Как ты думаешь, сколько она стоит? Несколько тысяч. О, с Новым годом, Жень. Ты часто протираешь свой монитор компьютера? Раз в неделю. Раз в неделю? Тогда для такого чистюли, как ты, у меня есть подарок. Протирай монитор больше, чем раз в неделю. Как ты, кстати, думаешь, сколько стоил этот подарок? Страшно представить. Мне тоже. С Новым годом! Я знаю, что на Новый год вы когда-то заказывали телефон. Пожалуйста, новенький телефон. Ага. Держите. Да. Как вы думаете, сколько он стоит? Не знаю. Наверное, да. С Новым годом вас! Я знаю, что ты любишь громко говорить и петь. Нет. Но у тебя очень громкий голос. Возможно. Возмужал. Поэтому, чтобы тебя было еще лучше слышно, у меня есть для тебя подарок. Вот, держи. О. Это радиомикрофон. Громкоговоритель. Свен. Да. Как ты думаешь, сколько он стоит? Достаточно, братан, чтобы привлечь внимание ваших ребят. Удачи тебе в Новом году. Ты часто играешь в компьютерные игры? Бывает. Бывает? Бывает, да. А что самое главное в компьютерных играх? Я думаю, все-таки самое главное именно жанр, в который ты играешь, потому что есть любители. Я понял.
А ты не боишься грызунов? Нет. Отлично. Вот, это игровая компьютерная мышь. Огромное спасибо, мне как раз не хватало мыши. Ну вот. Как огромное ты думаешь, сколько она стоит? Мне кажется, в принципе, достаточно, ну, рублей 2000. Хо-хо-хо, с Новым годом тебе. Огромное спасибо. Послушай, а ты любишь суши? Конечно. А сушки? И сушки. А то, чтобы твоя обувь была в комфорте? Тем более. Тогда у меня для тебя сушилка для обуви. Спасибо, дедушка. Как ты думаешь, сколько они стоят? 1000 рублей. С Новым годом тебе. Спасибо. И тебя тоже, сова. Отвернулась. Потому что ей мяса не хватило. Вот и закончились мои подарки. Но на сайте eldorado.ru их еще очень и очень много. Ну а я, Дедушка Мороз, в свою очередь хочу пожелать вам в новом году подписываться на канал Эльдорадо, ставить большие пальцы вверх и оставлять комментарии. С Новым годом! Эльдорадо! Людям выгодно!